Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем сегодня третий концерт цикла «Sax Days» в этом великолепном клубе Алексея Семеновича Козлова. А сегодня у нас будет небольшой маленький фестиваль, в котором будут участвовать три ансамбля Российской академии музыки имени Гнесиных, кафедры инструментального джазового исполнительства. Руководители коллективов – это Жанна Лавровна Ильмер, профессор Рамон Гнесиных, и ваш слуга. Как всегда, мы первый состав – это у нас самые маленькие, все они студенты первого курса. Это их вторая проба в этом клубе. Первый концерт они играли в ноябре, и вот сегодня у них второй концерт с новой программой. Они сыграют цикл произведений, который ассоциируется с группой OTB, Out of the Blues. Эта группа была организована в середине 80-х годов знаменитым аранжировщиком и трубачом американским Майклом Филиппом Мосманом. В этой группе в свое время играли Кенни Гэррот, Ральф Бауэн, Боб Харст, Кенни Дэвис и Черри Пиккенс. Вот это основной состав группы. И были также музыканты в разное время Рене Роснес и альтист Стив Уилсон. Я приглашаю на сцену коллектив, пожалуйста, секстет Российской академии музыки. Альтсаксофон. Чумаченко Илья. Тенор-саксофон. Виктор Потемкин. Труба. Владимир Смирнов. За барабанами. Александр Ахмаев. За контрабасом. Данил Дубровин. И за роялем лауреат всероссийского конкурса рояли джази этого года. Это пианист Матвей Григорьев. Я объявлю первые три сочинения. Это первая композиция. Эта композиция называется «Джерри Энн», автор Ральф Боуэн. Вторая композиция – «Перпетратор», автор композиции Майкл Мосман. И третья композиция – это «Eastern Love Village» Кенни Гэррота.
Тёмкин, ты на саксофоне. Андрей Григорьев, фортепиано. Итак, следующие две композиции, они заключительные в этом сете. Это композиция Рене Роснес «North Border» и композиция Майкла Мосмана «Out of the Blue» OTB.
Виктор Потемкин, Александр Ахмаев, ударный инструмент. Дубровин Данила, контрабас. Матвей Григорьев, фортепиано. Итак, я приглашаю на сцену следующий коллектив. Это тоже секстет, класс профессора Игоря Жана Браун. За ударными инструментами Виктор Першин. Анатолий Корчагин, фортепиано. Роман Салмасов, контрабас. Артур Лоран, тенор-саксофон. Иван Барышников, тенор-саксофон. И лауреат международного конкурса джазовых исполнителей в Ростове-на-Дону 2013 года Геравкер Виктор, саксофон. Я объявлю первые три композиции. Это композиция «Yesterday» Джерома Керна, аранжировка Ивана Барышникова. Следующая за ней композиция Ивана Барышникова называется «Go On». И третья композиция – композиция Дэйва Санторо «Indigo Rice», аранжировка Виктора Геравкина. Thank you.
Thank you.
Виктор Герас, тенор саксофон. Иван Барышников, тенор саксофон. Артур Ларанов, тенор саксофон. Виктор Першин, ударные инструменты. Роман Салмасов и Анатолий Корчагин, фортепиано. И завершают они сет двумя композициями в классических. Одна из них — композиция первая, которая прозвучит, это композиция Уэйна Шортера, называется «Those Who Sit and Wait». Хорошая композиция, да? И «Kickback» Дэвида Уэйса. Thank you.
We'll be right back.
Аль саксофон. Иван Барышенко, тенор саксофон. Артур Лоран, тенор саксофон. Виктор Першин, ударные инструменты. Роман Салмасов, контрабас. И Анатолий Корчевин, фортепиано. И в заключение нашего вечера еще один коллектив. Это классический септет. В составе Павел Суязов, труба. Сергей Гимазитдинов, тромбон. Никитин Данила, тенор-саксофон. Лауреат международного конкурса в Гюмри 2012 года Субботин Антон, альт-саксофон. С ударными инструментами Антон Кузнецов. Контрабас Виктор Сидоркин. А Виталий Сидоркин. И за роялем Анатолий Корчагин. Я объявлю первую эту композицию. Это джазовая классика. Первая композиция пианиста из знаменитого Джаз Мессенджер Шарта Блэки. Это композиция Уолтера Дэвиса Джуниора. Называется «Уранус». Вторая композиция, это композиция Кенни Дорна, называется «Hills Age». Третья композиция, это композиция современного тенор-саксофониста Эрика Александра, называется «Стэш».
Thank you.
Thank you.
ансамбль сыграет две композиции классических, классического репертуара джазового. Это композиция Эльма Хоуп. Это автор. Композиция называется «One Down». И вторая композиция – это композиция Уолтерс Дэвиса Джуниора. Называется «Ronnie's a Dynamite Lady». Thank you.
Thank you.
Субботин, альт-саксофон. Павел Суязов, труба. Никитин Даниил, первый саксофон. Сергей Гимазетдинов, тромбон. Антон Кузнецов, дарный инструмент. Виталий Сидоркин, контрабас. И Анатолий Горчагин, фортепиано. Спасибо большое. И сегодня наш вечер закончен. Мы вас ждем 15 мая, будет заключительный концерт этого сезона. В первом отделении, это будет такая своеобразная эстафета поколений, в первом отделении выступят дети, детский коллектив класса Жанна Абрамовна Ильнер, детской музыкальной школы имени Нарьевского эстрадного отделения, ансамбли и солисты. И второе отделение будут играть последние выпускники Гнесинской академии нашей кафедры. Это Виктор Геравкер и два лауреата международных и всероссийских конкурсов, Виктор Геравкер и Илья Морозов, солист оркестра Игоря Бутмана. Спасибо. Ждем вас 15 мая. Спасибо.